Приветствую вас. Неуверенность в себе, сомнения, недоверие своим чувствам, отсутствие возможности полагаться на свои чувства, отсутствие возможности опираться на свои чувства. Это то, что, ну, как бы присутствует в вашей реальности, это то, чем вы живете на данный момент, к сожалению. Вот, и это то, с чем нужно работать. Вот именно изначально нам с вами. То есть вот есть такая проблематика у вас. И эта проблематика, она как бы, ну, решается постепенно, она решается не сразу, но она решается. Знаете, какая штука, какой момент. И вот то, что вас задевает мнение, да, то, что вас задевает общественное мнение людей, ну, то, что вас задевает вообще мнение людей других. На мой взгляд, является показателем того, что вы очень вот не уверены в себе просто. То, как вы к себе относитесь, это уже дело десятое. То, как вы к себе относитесь, это уже, это не то, чтобы не важно, да, это не то, чтобы не имеет значения, это просто немножко другое, вот. И вот, да, вот, работать нужно именно вот с этими моментами, работать нужно именно с тем, как вы относитесь к себе самому, что вы думаете о себе самом, в чем вы уверены в себе самом. Что для вас важно, вот именно для вас, что для вас важно, для себя самого, да, понимаете, какая история. То есть вот это, то что необходимо обратить внимание, да, это то, вот на что вам, ну, нужно обратить свое самое пристальное внимание. Вот. И соответственно, это позже принесет вам только лишь позитив. Да, это позже принесет вам только лишь вот какие-то, ну, плюсы. Потому что, ну, тут как бы вариантов-то других нет, в принципе, да, и быть не может. Вот. Такая вот история. Такой момент. Вот.
Что касается низкой самооценки, то да, это связано опять же с тем, что вы, во-первых, себя не любите, во-вторых, вы, вероятно, сравниваете себя с другими людьми на постоянной основе, опять же. Вот, что, конечно, довольно, ну, тяжело сказывается на вас, вот, и, значит, вот как раз сравнивание себя с другими людьми, оно протекает из того, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть, вот. Но на самом деле это все разговоры такие достаточно отвлеченные, потому что у каждого есть своя особенность, у каждого из нас есть свои особенности, и мне кажется, обесценивать их, обесценивать своя вот то, что мы из себя представляем, но ни в коем случае не столько. Вы даже вот, наверное, не замечаете, как повторяете, по сути, тот же сценарий, да, что вы делаете до этого, то есть вы предлагаете какую-то универсальную, вы предполагаете, вы не предлагаете, неправильно, когда вы предполагаете некое универсальное решение для вас, вот, которое, ну, могло бы помочь вам решить ваши проблемы, вот. На самом деле такого решения нет, потому что вы индивидуальны, у вас своя история и свой опыт, который вы и только вы имеете, знаете, чувствуете, понимаете, и этот опыт, он, ну, его желательно раскрыть, этот опыт, его желательно раскрыть, вот. Чтобы себя лучше чувствовать. А так, ну вот, ну, то, что вы делаете, это просто обесцениваете себя, то, что вы делаете, это просто как-то вот считаете, что есть общие шаблонные моменты, общие шаблонные аспекты, которые могут помочь вам решить ваши трудности, вот. Ну, на самом деле это не так, это совершенно не так, вот. Поэтому да, не все так однозначно, не все так просто, да, тут с вами, в общем, сложно поспорить, вот, но при желании, при именно желании, да, можно поправить все, можно исправить все и как бы в дальнейшем ситуация, она просто может складываться, да, совсем по-другому, вот. То есть я вот могу надеяться только на то, что вы
Все-таки обратите внимание именно в сторону себя. Вы обратите внимание именно в сторону своих возможностей, своих особенностей. Вот, и будете исходить из этого, а не из общих каких-то моментов. Я понимаю, что вы хотите избавиться, по факту, вы хотите избавиться от зависимости от чужого мнения. Вот, я думаю, что это вполне реально сделать. Вопрос заключается в том, готовы ли вы работать в этом направлении. Вот. Если не готовы, то мы вам поможем. Если готовы. А если нет, если не готовы, то помочь будет, ну, просто тяжелее, вот и все, как бы. Так что, смотрите сами, именно, чтобы просто вот сами смотреть, как и чего вы хотите. Вот, я думаю, такая история. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Вот. Я не рекомендую вам ждать быстрых решений, я не рекомендую вам ожидать решений, но я рекомендую вам настраиваться на работу с психологом, и тогда все у вас будет хорошо. Вот, я желаю вам успехов. Я желаю вам всего самого доброго, и я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.